Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы поиграем снова в Геншин, так как он вам заходит. Сразу говорю, извиняюсь за то, что вчера не было видео, потому что у меня вчера был бы отдых, скажем так, и у меня не было времени. Ну а сегодняшнее видео эксклюзивное, так как подписчик попросил на прокачку аккаунта в Геншине, и сегодня мы будем прокачивать аккаунт. Итак, у него на аккаунте есть Нави, Сяньюнь, Беннет. Беннет очень хороший усилитель, это очень хорошо. И получается Эмбер. Я не знаю его всех персонажей, давайте посмотрим. Получается, например, да, в принципе, у него все прокачанные и хорошие персонажи. Делюк даже есть. Ого. Прикольно. Хороший аккаунт, ничего не сказать. Но замесь Эмбер, я бы, наверное, поставил Делико или ГГ. Не знаю, как его зовут. Напишите в комментариях, как его зовут. Потому что я знаю, как зовут девочку Люмин. А вот его я называю ГГ почему-то, не знаю. Ну, то есть, главный герой. Так, ну, давайте, ладно, мы не будем портить ему отряд. Пусть так все будет. Итак, смотрим, что у него по карте, по зачистке. Ну, в принципе, вот это вот плохо. У меня намного лучше, ну, естественно, ладно. Ну, в принципе, хороший и плохой аккаунт одновременно. Я, наверное, ему открою все вот эти вот земли, которые он не открыл. Тут понятно. Что по ивентовым, то есть, ну, знаете, такие волк, там, чайлд и так далее. Так, логово ужаса бури. Не сделано, капец. Если волк не сделан, то я вообще офигею. Ой. Но ходите на них, потому что их можно получать раз в неделю, и вы 100% шансов почти получите легендарный аксессуар. Так, волк у него вроде бы сделан. Сейчас, подождите. Да, сделан волк. Ладно, пропустим это. Подождите, где Чайлд? Я забыл. Вот, Чайлд. Чайлд у нас получается, у него получается сделан. Да. Так, аждахи у него еще нету пока что, да? Да, у него аждахи нету. Потому что, получается, дайте посмотреть. У него нет 40-го ранга. Да, и еще задание. Далее не Лиги. Да, у него не открыто задание Джун Ли. Можно Джун Ли делать. Ну, вот такие вот у него задания Лиги, короче. Вот. Итак, я предлагаю сейчас, получается, ему пойти убить ужаса бури, потому что... С него мы получим легендарный аксессуар какой-то, возможно. Вообще невозможно, 100%. И всем привет, дорогие друзья. Сегодня мы поиграем снова в Геншин, так как он вам заходит. Давайте мы прокачаем. Сразу говорю, возвысить. Извиняюсь за то, что вчера не было видео. Потому что у меня вчера был отдых, скажем так. И у меня не было времени. Ну а сегодняшнее видео экстратолога. Да, как Сяньюнь. Подписчик попросил на прокачку аккаунта в Геншине. Нет, ну, в принципе, можно. И сегодня мы будем прокачивать аккаунт. Возможно, прокачаем у Нави или Сяньюнь. Логово ужаса бури. У него на аккаунте есть Нави, Сяньюнь, это один из самых легких вот таких вот Беннет очень хороший. На втором месте я бы поставил и получается Эмбер. Я не знаю его всех персонажей, давайте посмотрим. На третьем месте получается у нас, получается... Я поставил, например, Волка, в принципе, а потом Аждаха. У него все прокачанные. Блин, я хорошие персонажи. Делюк даже есть. Да, ого. В принципе, быстро. Хороший аккаунт, ничего не сказать. Вот замесь Эмбер, я бы, наверное, поставил Делюка или... Потому что. Не знаю, как его зовут. Напишите в комментариях, как его зовут. Потому что я знаю, как зовут девочку Люмин. А вот его я называю Бури. Так, ну отряд понятно. Ну, то есть, главный герой. Так, ну да, давайте, ладно, не будем портить ему отряд, пусть так все будет. Главное на всех накопить ульту, итак, то есть если мы накопим ульту на всех. На Беннет, в принципе, на Беннета, на Нави, и все. У меня намного лучше, я знаю, очень хорошая. Ладно, ну, в принципе, просто на 8 тысяч. Хороший и плохой аккаунт одновременно. Так. Я, наверное, ему открою все вот эти вот земли. Ужас, блин, давай. Тут понятно. Так, все, уходим. Что по ивентам? То есть, ну, знаете, такие волк, там, чайлд. У меня реально нету хиллера. Так, лох. Ну, должна быть какой-то хиллер там. Не сделан. Капец. Хороший хиллер. Если волк не сделан, то я вообще офигею. Опа.
Все, сюда. Выходите на них, потому что их можно получать раз в неделю, да, и вы 100% получите легендарный аксессуар. Просто. Так, вы видели? Ну, вроде бы сделал. На, просто сюда. Да, так, сделал. Отлично, ульта есть. Ладно. Получаем это. Бам. Подождите. Просто вы видели этот урон? Просто на урон Чайл. Видите, ребят? Чайл у нас получается, у него получается сделан. Вот. Да. Все, ульту я ждаю уже. Ждахи у него еще нету пока что, да? А, куда я полетел, господи? Потому что получается, кстати, посмотреть. У него нет 40-го ранга. Да. И я ничего не снес, потому что я не смог использовать. Не лили. Да, у него нет открытых земли. Нужно джунгли делать. Ну, вот такие вот. Я забыл. Нежить, короче. Что у него вот. Так, он сейчас будет кричать, итак, да? Я да, предлагаю сейчас, получается, ему пойти. Убить у нас Сабури, потому что так, с ним получим легендарный. Идем на другие платформы, возможно. Точнее, невозможно, а 100% шанс, потому что да. Чтобы мы не сдохли. Лаву уж Сабури нужно убивать. Вот сюда. Давайте мы прокачаемся. Отлично. Что ты взвысить? Красавчик. По факту легко можно взвысить. Что по скинам? У него есть скин на Нави. Ладно. Персонажи, озвучку мы. Давай, ты что можно сделать? Да, что ты? Ты ничего не можешь. Мы просто Саню не прокачаем. Опа, можно. Бам. Логово уже собурим. По факту, уже бурь это один из самых легких вот таких вот. Нужно на тоже. На втором месте я бы поставил Чайлда, наверное. Вот постараемся набить. На третьем месте. Так, бам. Получается у нас сюда. Я это поставил изи. Волка, а потом Аждаха, потому что Аждаха очень сильный. Блин, я не бам. Знаю. Просто 10 хаул. Ран, то есть, куда у нее? По 1000, серьезно? Ого. В принципе, быстро. Не знаю, что она такая мощная. Нави, пойдем все-таки. Нет, потому что нас нет. Нет. Ну, боже, ну куда она? Может, потому. Давайте. Серьезно? Будет, отлично. Ладно, что логово ужаса буря. Так, ну отряд понятно. Блин. Да. Так, не, Нави вообще прикольно. Главное на всех накопить знал, ульту. То есть, если мы накопим ульту на все на Беннета, самое главное на Беннета, на просто, Нави. Смотрите, на. Бам, бам. Потому что Нави, я Нави хорошая, просто надо. Нет, Нави вообще имба. Слушай, так. Беннет, да. Ужас будет валим. Давай я. Сейчас, вот, все, сейчас Беннет просто. У него хиллера нет. Бам. У него реально нету хиллера. Так, давайте, значит. Ну, должна быть какая-то хиллера. Поднимаемся наверх. Сахароза, Барбара. Ой, Сахароза хил. Бам. Бам. Опа. Бам. Все, сюда. Бам. Бам. Так, отлично, убиваем. Смотрите, на, боже, на, что просто, я делаю? Вы видели? Что я делаю, просто, на, просто, сюда. Ай-яй-яй. Так, отлично, ульта есть. Плохо сделал. А он аккуратненько. Бам. Плохо сделал. Просто, вы видели это? Ой, просто на урон. Лена, минус того же, вот, прокачайте хиллера, возьмите вот. Хиллера, хорош. Все, хиллер, ульту, да, сразу же. Шучки, это хиллер, так, идем на следующий. Куда я полетел, господи, давай. Думаю, так, быстрее, давайте. Ветряные потоки. Я ничего не снял, потому что я не смог использовать ульту. Развалива. Я хотел. Давайте. Пойдем поаккуратнее, поднимайся вверх. Да, господи, где? Следующее, да? Что у него этот? Так, он сейчас будет кричать, да? Да, он будет кричать, чтобы платформу было. Да, вот, все. Отлично. Наверное, Так, наверное, давайте Сяньюнь не использовать. Идем на другие платформы. Могу наверх, чтобы мы не сдох. Наверх. Вот бам. Сюда. Ссылки. Все, отлично. Шо да, там? Давай, поднимай меня. Красавчик, что ты? Бам. 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 Просто. На, входим. На земле можно? Блин, давай, что ты будешь делать? Давай, что ты? Ты ничего не можешь просто. Отлично. Хорошо, сейчас. Опа, собьем щит на ней. Не, Нави, бам, я бам. Я хочу ее на вообще. Да. Отлично. Просто начинал. Берем щитик. Щиток. Так, нужно бэн, да? Опа, отлично. Бам. Так, сейчас давайте бам. Всех. Тут попробуем набить. Бам. Бам. Так, просто. Бам. Сюда. Вот минус Нави. Да, вот изи скилл, да. Так, не поднимайся, не поднимайся. Поднялся. Бам.
просто 10 Ладно, колонн. Ладно, все, последний раз биваем ему щит. По 1000, серьезно? О, отлично, ты знал, что она такая. Хорошо. Нави. Я потому что Нави. Стоять! Ну, боже, ну куда пусть она прыгает? Пусть только когти поставит, все, и мы сразу же побоим. А серьезно? Все, ну просто, по предсказу, просто генерала Гавс. А, я не знаю. Блин, бам. Все, Радамар. Вы видели, как быстро? Наверное, это самое быстрое прикольно. Да. То есть я даже не знал, так, теперь наш. Я не знаю, но я хочу Нави теперь наш. Да, по Нави я... Просто, смотрите, на. Не, ну это просто, ну вы видели. Все, такое, половина просто. Я не знаю, что ему надо. Но я попробую, ему собрал сет на Нави гладиатор. Нет, Нави вообще... Цилиндр дирижера. Беннет на стране. Да, понял. Итак, сейчас, вот, все, сейчас Беннет просто, ну, просто и все. Ужас Бури, это очень легкий босс, поэтому вам. Для вашего уровня, наверное, вы сможете его убить. Так, давайте, значит. Итак, нам получается надо наверх стоять. А статуя архатского возле неё бам, или не возле? Бам, бам, это бам, бам. Окей. Тогда давайте статуя архонтов. Боже, что я делаю? Я планирую ему сейчас, получается, пройти еще сюжет. Плохо. Да? Точнее, не сюжетку, а... Плохо дело, знаю. Я не хуйню вообще, что он не плохо. Блин, минус того, что... Вот прокачайте хиллера, возьмите хиллера, хорош. Хиллер надо. Ого, 26-й ран. Чушки, ну хиллер. Идем на следующий. Подумайте, 30-й ему апнет. Давайте. Точнее, он апнет. Посмотрим. Давайте. Я ему планирую потоки. Да, некоторые потоки. Не знаю, он открыл или нет, ну, короче, разваливаем. Давайте пойдем, получается, где-то. Давайте. Отходим. Так, аккуратненько поднимайся вверх. Да господи, где? Тут вот. Короче, я помню, у него он говорил, что там следующая должна быть. У него ключи есть для спальни. Я не знаю, вот сколько он. Ну, конечно, лично. Наверное, Так, наверное, давайте семью не использовать. Ну, надеюсь, настолько много, чтобы мне хватило. Я могу вот так, чтобы я это. Так, вон там вот получается, да, есть вот синий. Вон отдал спальня, я не вижу. Клипак. Нет, синий очень хороший для передвижения, а собирайся создать звенья, у меня будет две эти. Ух ты, наверное, точнее, скилла наверх. Бам, так, мобы нам не просто... надо, чтобы они на нас трахались, получается. На земле можно? Да. Бам. Просто, и летим. Что ты сейчас делать будешь? Так, усыпальня, за разную усыпальню дается объем щит Нави. Не, Нави, я хочу просто щедрость. А я вообще не буду. Отлично. Тут две или на щите. Сундук. Щиток. Хотя, ну да. Там 40 мм. Потом бам. Покрутить. Прикиньте, сейчас вымем все. Бам. Бам. Который в полке. Он просил, чтобы я крутил ей сердце. Что только она стяла. Прикиньте, вот минус Нави, вот этот скилл, да. Вот прикиньте, как я поднимайся. А мог поднялся. Он говорил там что-то. Ладно, ну, все, последний раз делаем мини-щит сейчас. И будет для Токио. Отлично, я вроде знаю. Он подошел. Точнее, он мой друг. Стоять! Пусть только кухню поставит, все, и мы сразу же побоем. Так, давай ставь с этим подписчиком. Все, он не рассказал там что-то. По приказу просто генерал. Этот? Я не знаю, какого. Да, давайте. Все. Вы видели, как быстро? Только, наверное, это самое быстрое. Минус, что можно использовать скилл. Но я хочу наверх на синьон, только на земле. То есть в воздухе не взяла. Я не могу. Не, ну это просто, ну вы видели. Только на земле. Я не знаю, что я знаю, где-то еще вот тут. Я попробую одного спальня. Нави гладиатор. Сейчас где-то тут. Цилиндр дирижера. На стране. Понял. Что за достижение я сейчас получил. Итак. Видите, собирание, наверное, Монштадт. Уже да, это очень легкий босс. Поэтому для вашего уровня, наверное, вы можете его убить. Основа у меня там. Итак, 200 где-то. Нам получается надо до стоять. До 200, да? Возле неё, да где-то еще тут неё должно быть, стопудово. Это что у нас? Это не статуя не... архонтов? Окей. Тогда давайте к статуе архонтов. Где? Там? Я планирую ему сейчас либо пройти еще сюжетку. Давайте. Да. Точнее, не сюжетку, а... Сейчас вот хилим. Энергия. Задание хуйнило к четвертому игроку, потом пас. 25-й, еженедельно. Ого! Завершите подземелье наказанное наказание. Ого, 26-й ран. Нормально. Как думаете, 30-й ему апнет? Вспомнил. Блин, он апнет до конца. Адамаку. Просто. Я ему планирую, получается... Пойдем мы заберем Адамаку. Не знаю, он получается. Нет, ну короче. Давайте пойдем, получается, где-то. Потому что это хорошая штучка, нужно прокачать. А, вот. Для глав
Ну, короче, я помню, у него, он говорил, что там, короче, любую карту. У него ключи есть для спальни. Прокачаем. Я не знаю, сколько он открыл, конечно, этих выступать. Да, просто он вот ключи прокачает. Делай физику. Вон, открыл. Ну, надеюсь, настолько много, чтобы мне хватило. Спальня, чтобы я... Давайте, полетели. Так, вон там вот получается, да, есть все. Летим. Отлично. Сейчас мы заберем. Вон она там. Получается, еще две усыпальни, у нее там 5 ключей. Не знаю, у нее очень хорошее движение, особенно если собрать все леди, у нее будет две эти. Сурдиная. Ну, надеюсь, больше чем 5, чтобы мы ему открыли так мобы. Нам не надо, чтобы они у нас открылись, получается. Кстати, я сегодня еще в этом видео покажу, как просто или чуть раскошить звук. Так, один спальню, за каждую спальню дают делать 40 лимонем. Я в шоке, что мы открыли, точнее, просто получили. А на маку? Просто, Адам расходится тут. Он может себе плюс роскошный сундук. Хотя, ну что ты от меня хочешь? А я же тебе ничего не сделал. Прикиньте, сейчас вы меня взял. Что ты так со мной? Бам. Который в кулаке. Он просил, чтобы я крутил, если что, то она сяла. Прикиньте, сяла. Открутить ему. Прикинь, Беннер, где он будет? Подожди, как у нас так быстро перезарядился? Он говорил там что-то, ну, он тоже что-то мини-ютубер. Ну, в смысле, ну, ладно. Докер. Так, вроде я знаю, где-то еще вот тут вот усыпание есть. Точнее, смотри, он мой друг. Вот тут вот, и вот там он где-то, вот тут вот. Ну, мы с ним сдружились. Так, ладно, давайте я сейчас покажу, как вам получить, получается. Не распознал только что-то, что он. Роскошный сундук я ему хочу получить. Один. Тут есть. Один. Только единственный минус, что вот можно... Вот тпхать сюда, короче, ну не знаю, скилл куда только... А вы туда тпхать. В воздухе нельзя, вот. Я не могу. Кстати, у меня на всех вот тпхать. Прыгать нельзя. Я даже не заметил. Только на земле. Так, я знаю, где-то еще вот тут вот должен быть. Вот там спальня, то по вот там остров вырисовывается. Вот там. Сейчас, где-то тут. Где-то. Опа, сейчас. Покажу. Что? Вон. Что за достижение я сейчас получил. Если прийти, собирание, наверное, Монштадт. Главное выйти из холодной зоны, чтобы они замерзли, все. Так нифига себе, он мало открыл. Где остров? Сейчас, давайте под лесной. У меня там 200 где-то открыто. И будет виден остров. От 200. Да, где-то еще тут должно быть, стопудово. Вон тот остров, нам туда надо. Вот тут мы сейчас заберем одну штучку. Красненькую. Я забыл, как она называется, конечно. Где? Это не так важно. Либо, вон, сверху, сверху. Вот. Давайте. Я не знаю, подписчик забирал это или нет. Нет. Сейчас. Энергия, но... А нет, не забирал. Видимо, немногие знают об этой штучке. Так, давайте, получается, ломаем. Блин, я забыл, ладно, просто. Я хотела использовать ешку. Один мы заберем на маку, получается. Кстати, Шанюй очень хорошая. Вот я считаю, один из лучших клавиш. Это хорошая штучка, нужно покачать. Мы там для глав. И получается забираем роскошную следующую главу, нужно ему покачать на нам остаток. Один из самых, короче, забыл статус. Роскошных сундуков. Так, идем дальше. Вот тут вот где-то роскошные сундуки. Просто он усыпальник. Делается за 5 секунд. Вот, вот, где-то вот тут. Короче, сейчас найдем. Наша любимая. Это все делается быстро. Давай, поэтому полетели. Я не знаю просто, какие у него спальни открыты. Все, летим. Сейчас мы заберем. Получается, еще вот две спальни у него там 5 ключей. Я не знаю, сколько он открыл спальню, но я не открывал. То есть все или не все. Если не отлично, если да. Ну, надеюсь, больше, чем 5, чтобы мы ему открыли и получили как раз таки достижение. Опа, мы еще одну спальню и сможем покупить. Кстати, я сегодня еще в этом видео покажу, как получается еще один сундучок. Получить роскошный сундук. Бам! Точнее, один бесплатно, то есть там делается... Как думаете? Мы с Рилли, во-первых, точнее, напишите в комментариях, во-первых, сколько мы крутим сегодня. Покрутим, как вы думаете? А во-вторых, вы Ну что ты от меня хочешь, а я тебе ничего не сделал, а? Сегодня? Ну за что ты так со мной? Бам. То есть, это вам. Итак, сяо. Молимся, давайте. Сяо, сяо, сяо. Бена? Он нам не ладит. Подожди. Как просто понимаете, мой подписчик может еще и проиграть 50-50, но я надеюсь, мы не проиграем. Ладно. 50-50. Ну ладно. Так, что там у него? Так, я знаю, где-то еще вот тут вот усыпали. Там все скупил. Вот тут это хорошо. И вот там вот где-то. Вот тут вот он сейчас купил, конечно. Так, ладно, давайте я сейчас покажу. Так, давайте дальше. О, как стоять. Обычно ничего. Давайте ему заберем. Роскошный сундук, я могу сказать. Синьюин это очень легко делает. Тут есть. Просто отходите и прыгаете. Так, куда? И все, легко. Так, где-то еще тут. Вот тпхайте сюда, короче, ну не знаю. Куда-то, я сейчас покажу. Где-то тут вы туда тпхнетесь, получается. Кстати, у меня на всех устраивает. Либо один, либо два. Я даже не заметил. Давайте посмотрю сюда. И летим. Вот, мне нужно вон туда. Вон там остров вырисовывается. Вот там. Вот там. Где-то. Сейчас покажу. Где-то тут. Вон.
Я просто не помню, где эти если приглядят, то там уже видно остров. Главное выйти из холодной зоны, чтобы мы не замерзли. Ладно. А куда я полетела? Сейчас давайте подлетим сюда поближе. Кто знает. И будет виден остров уже. Вон. Вон. Получается, вон остров. Бам. Вон тот остров, нам туда надо. Вот тут мы сейчас заберем одну штучку. Все. Красненькую. Я забыл, как она называется, конечно. Но все. Это не так вар. Кто помнит? Вот он. Где тут еще один? Я не знаю, подпишите, забирал это или нет. Я посмотрю. Так, вот наша. А нет, не забирал. Видимо, не многие знают об этой штучке. Так, давайте, получается, ломаем. Так, там это. Давайте тут заберем. Вот там вот где-то вроде. Я не знаю. Алый кварц. Блин, я забыл. Но еще стопудово где-то в этой зоне. Я хотела использовать ешку Сяньюнь. Поэтому я помню, там следующая зона, там 4 сразу, я считаю, один из лучших персонажей, с ним поешки, ешка у нее хорошая. Вот, и получается забираем Анамаку, тоже забираем, один из самых красных сундуков, роскошных сундуков. Так, идем дальше, я не помню, где-то роскошные сундуки, вон тут вот, где-то вот тут, потому что что-то. Это все делается быстро, поэтому, я не знаю просто, какие у него сундуки открыты. Давайте, получается, поэтому... И, вот но, так, наблюдаем. Вон, да. Вот так, отлично, но я не открывала. Ну, в смысле, не отлично, в смысле, да. Ты, может, тут только одна. Да не, еще одна должна быть. В общем. Так, сейчас открываем еще одну спальню и сможем пропустить. Получается, еще один сундук. А, тут, стоит где-то тут. Точнее, как думаете? Мы вон, сколько, во-первых, все, спешите, напишите в комментариях, во-первых, сколько мы круток сегодня покрутим, как вы думаете, а во-вторых, вон, да. Вы я знаю, открыл, я сегодня не открыл. Пишите, сяо. Ключи, конечно, кончаются. Итак, сяо. Молимся, давайте. Сяо, бам. Сяо. Открываем. Просто понимаете, мы сейчас можем еще и проиграть 50-50, но я надеюсь, мы не проиграем. Точнее, одну спальню, которую что-то мы можем открыть. Пыля, так, я не помню, скупил. Тут еще вроде где-то есть. Это хорошо. Ну ладно, переходим сюда. Там все скупил, конечно. Тут 100% есть. Опа, стоять. Обычно смычок. Это давайте тоже, да. Блин, с синьей это очень легко делается. Это делать что-то. Просто отходите, открывал, нет? И все, легко. Так, где-то еще тут есть, но только я не помню где. Да, открывал. Но где-то тут должно быть. Открывал. Значит, тут либо один, либо два. Идем сюда. Давайте посмотрим сюда. Так, тут вроде еще один где-то спальня есть. Сейчас, где-то тут. Я просто не помню, где эти... Стоп, что? Сядь. Ладно. Подождите. А куда я полетел вообще? Отлично. Так, забираем. Нам не сгореть. Гореть нам не надо. Бам, 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 бам. Все. Тут усыпальни нету. Странное, конечно, название. Кто усыпальни? Где тут еще один? Ну ладно. Но не нам решать. В принципе, агентшина. Так, вот наша усыпальня получается. И где-то еще должно быть. Так, там этот. Давайте тут заберем. Вот там вот где-то вроде. Я не знаю. Что-то усыпали. Я не помню. Я не нашел. Но еще стопудово где-то в этой зоне. Тут два вроде бы. Я помню, там в следующей зоне. Там 4 сразу и плюс еще один. Хотя по ней поехнемся. Я знаю, вон там вот еще есть одна. Анамаку. Сейчас забираем. На память я не сильно хороший. Не хороший, но если мне учить. Я не помню, где. Что-то там, стихи сейчас какие-то, да? Пойдем в школьник. Потому что что-то. Опа, плюс богатый сундук. Если видите такое, знаете, вот это вот. Знаете, это богатый так. Сундук. Давайте, получается, берем стрелка. И наблюдаем. Да. Вот. Ты можешь и плюс богатый. Да не, еще одну правду. Стоять, поднимаемся. Давайте еще одну усыпальню мы там откроем, получается. Если он ее там не открывал, конечно. Тут стоять, не где-то тут. Вспомнил. Открывал ли он ее или нет, но... Сейчас вон там, все, вспомнил, все.
Свиньонь очень хорошая, мне очень именно понравилось. Вот. Да, то есть. Да, свиньонь просто для передвижения. От Нави Что еще надо? Ключи, конечно, кончаются. Беннет, усилитель. И хиллер надо заместить. Кстати, что по отряду ехать? Бам. Может, у него есть какая-то... Открываем. Да, это подписчица. Одна это не подписчица. Но точнее, одна спальня, которую мы можем открыть ему. Так. Так, я не помню, тут еще вроде где-то было. Ну вот Барбара. Ладно, переходим сюда. Или стоять. Ял, тут 100% есть. Барбара, это я точно знаю. Все, и вон там, вот, я знаю точно. Вон, да. И просто открывал, нет? И все. Открывал. Что еще нам для помощи? Да, открывал. Открывал. Так, я надеюсь, значит... у него не открыто, потому что больше я сюда. Не помню, где. Да. Точнее. Нет, тут вроде еще один где-то. Спальня. Я моя. Во, усыпальня. Вот, нашел. Наконец-то. Смотрите? Давайте. Сейчас. Подойдем, подойдем. Откроем. И вот можно сейчас еще раз крутишь. Так, забираем сундук. Отлично. Гореть так, нам не надо. Да? Все, много. Бам, бам. Можем? Ой, не идти туда. Тут усыпаем. А, нету. Помоги, дай повалиться пойти. Странно. Нет, приехать. Не можем. Нам нужно желательно еще одну усыпальню. А вот усыпальню можно получить. Не только нам решать, если... в принципе. Агент. Повысите статую Архонта. Давайте. Пошлите к статуе Архонта. Что ему надо? И сколько? Давайте сейчас повысим и персонажа прокачаем. Да. Видео у нас получится долго. Что-то усыпали всегда. Не нашел. Ну, все. Ладно, я знаю, где еще. Поклонись статуя. Сколько? Понятно. По сути, а, стоять на шестой уровень. А, на шестой. Да, допрыгнемся. Знаю, вон там вот еще есть одна. А, ну все, ВГ. Просто на память я не сильно хороший. Не, хороший, просто но походим, если вот мне пойдем. Учить. Что-то там, стихи и параллельно, да? Что нам надо? Давайте. Что нам еще надо? Плюс богатый сундук. На босс. Если видите такое, знаете, вот это вот. Знаете, это богатый сундук. Ну, давайте босса берем. Стрелка. Куда полетим? Ну, какой нам надо получать? Для Нави. Все, и плюс богатый сундук. Ну все, так, ну, просто для Нави надо нам. Давайте что еще одну спальню мы там откроем, получается. Подводная часть морта. Понятно. Если он ее там это... открывал, конечно. Не знаю. Понятно. Открывал ли он ее или нет. Враги. Да. И вот это. Сейчас мы это и это свято. Сеньюнь очень хорошая. Мне очень вот это понравилось. Просто. То есть отслеживал. Сеньюнь просто для передвижения. Нави. Господи, почему все в фонтене? Что еще надо для жизни? Почему не в Бенштате? И хиллер надо заместить. Ну, как бы надо, чтобы в Бенштате было ехать. А может, да, у него есть нашли. Какая-то... Да, это подписчик. Она это не подписчица. Во-первых. Но под... на девочке не остаём. Подписываемся. Да, стоять, а там, да. Я вроде знаю, у него, ну, вот Барбара, разве что. Вот, Анамакул нашел. Или стоять. Яу-яу есть. Барбара... Так, мне нужно 4. Да. Точнее, еще 2. И потом сделаем. Сейчас посмотрим. И просто хидем. Вон. И все. Что еще надо? Да, по-моему, счастье. Это победа. Я надеюсь, тут у него не открыто, потому что больше я не помню. Так, и вон там вот еще должно быть. Бам. Точнее. Нет. Я моя. Во, усыпальня. Вот, нашел. Наконец сейчас, давайте. Давайте. Сейчас. Пройдем, откроем. И, возможно, сейчас еще раз. Нет. Нет. Так, опа, я вижу богатый сундучок. Итак, все много. Так, это прокачка аккаунта. Ой, нет, не туда. А, не стоять. Помоги, это дай это обычная дуэль. Нет, не можем. Нам нужно желательно еще одну спальню. Тогда давайте пойдем куда-то. Получить только если... Вот сюда. Вот. Повысите статую Архонта. Пошлите к статуе по испытаниям. Я хочу посмотреть стоять. Что ему надо? И сколько? Испытания. Давайте сейчас повысим. Херу и персонажа прокачаем. Не вы. Видео у нас получится долго. Конечно, как всегда.
А, нет, выполнено. Стоять. Поклониться. Стоять. Она не на фул. Соком. Понятно. Понял. Ладно. По сути, а, стоять на шестой уровень. А, на шестой. О, господи, отстаньте от меня. Давайте сюда пойдем. А, ну все, ГГ. Посмотрим, если у него сути, акулы где-то. Потому что нам, по сути, надо еще один и все. Опа. Найдем. Просто, ну. Ну, это победа, я считаю. И параллельно, что нам надо, по сути? Ладно, не совсем. Давайте. Что нам еще надо? Осталось взять как на босса брать, да? Хороший вопрос. Хороший ну, вопрос. Давайте босса... Из-за того, что у нас есть Санёнь. Бам, бам, бам. Ну... Ну, просто легчайший. Какой нам надо, получается, для Нави? А, вот еще он не он забрал квест? Так. Для Нави ну, надо давай, нам... Давай. Что вот это вот? Подводная часть Морта. Понятно. Я хочу это... сюда потахнуться. Понятно. Не забрал! Враги. И вот это... Давайте сейчас сделаем это... плюс два этих. Свято. Да-да-да. Ага. Опа. Да, вот это вот нам надо. Быстренько сделаем. Еще раз покрутим. Отслеживать. А, авто. Давайте включим. Господи, да, почему рад... все в фонтане находятся? Да, я знаю. Я выполнял штате. У себя на основе. Поэтому она легкая. Особенно с его штате было. Да, это будет вообще. Нашли. Цель, но заморожен. И короче, да. Анемакулы. Идем сюда. Да, стоять. А там я вроде знаю, что... Идем туда. Вот, анемакул нашел. Так, мне нужно... Это будет легко. У него, наверное, еще два. Большой урон делает. И потом еще скоп. А, блин, нам нужно раскачать. Сейчас посмотрим. А, Пира. Где? Пира сойдет, у нас Беннет есть. Вон. Все. Сюда. Так. Да, нам нормально. Так, нам нужно 4, это да? победа. 4. Уже. Ой. Так, ну, немножко перестарался. И вон там вот еще да? должно быть. Так, нам... стоп. А Беннет там можно, если так? Нет. Нет. Вот тут сейчас давайте. Мы убиваем. Получается, на замороженное мясо. Давайте получается отряд возьмем Эмбер. Быстро замораживаем. Mm-hmm. Так, нет. Скилл. Эмбер, Эмбер, Эмбер. Так, глупо, я вижу богатый сундучок. Да? Так, стоять, вот. Так, это прокачка аккаунта. А, не стоять. Холод, это не, это обычная была. Сейчас мы убиваем, точнее, убираем кабанчика. Тогда давайте пойдем куда-то. Сразу убиваем и сразу приносим. Да. Попройдем. Куда побежал? Кстати, у него что у него по испытанию? Не понял. Бежать хотел, что ли? Испытание. Василишевские земли. И вот там со спанцем у нас сейчас король кабана. Не выполнено, как я и думал. А нет, выполнено. Стоит. Ну привет. Она не на фул. Понял, ладно. Не будем больше бабовать. Ой, ты типа сильный, да? Господи, отстаньте от меня. Типа сильный. Давайте сюда пойдем. Ну ладно, посмотрим, если у него анемакулы где-то. Потому что нам, по сути, надо еще один и все. Опа. Просто, ну. Это победа, я считаю. Так уж и быть, разрешать я быть сильным. Ладно, не совсем. Почувствую это силу. Осталось узнать, как его забрать, да? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Так. Из-за того, что у нас есть Санёнь. Бам, бам, бам. Ну просто легчайшее. Изи просто босс. А, вот еще он на втором, кстати, выполнил Нет, другой, другой, другой. И мы получаем просто дофига. Ой, стоять, стоять, стоять быстрее. Подождите, я роскошу. Я хочу сюда. Да, тут раздается и роскошу. Быстрее. Не забрал. Так, немножко подхилились. И давайте сейчас сделаем плюс два этих. Все. Идеально. Да, 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 да. Быстренько сделаем. Еще раз покрутим. А, авто, давайте. Убираем. Да, буду рад. Харрис. Да, я здравствуйте. Я выполняла это задание. Вот. Это, она легкая, особенно с его Нави. Так сделал. Это будет вообще. Цель. А если сделал? Короче, да. А если уже убил? Идем сюда. Да. Идем сюда. Если не дали. А. Все отлично. Готовь. Это будет легко, у нас уже довольно большой урон делает. Томатная рагу. А, блин, нам нужно 100 000. А, пира. Где-то пира сойдет у нас, да. Здесь какой-то ингредиентов. Так, да, нам нормально. Нужно 4, да? 4, все, где? Ой.
Ну, немножко Хорошо. Перестарался, конечно, да? Кто-то видит так, его? Так, а Бена там можно, если так? Нет, не надо. А вот там кабанчик. Помидор. Серьезно? Это замороженное мясо. Давайте получается. Так, Блюэ вроде продается. В Инадзуме. Так, скилл. Я не знаю, просто первый. Эмбер. Что, вспомнил, где продается? Эмбер хорошая. Так. Так, стоять. Вот. И все. И на этом видео наше закончится. Убираем холл и погнали. Сейчас мы убиваем. Точнее, убираем кабанчик. Ой. Спавнится бот, мы его сразу убиваем и сразу приносим ему это. Помидоры. Куда побежал? 100 штук. Не понял. Бежать хотел, что ли? У него пожизненный запас помидоров. Пусть он объест эти помидоры. И вон там у себя спавнится. И в жизни. Хороший кабанок. Их не съест. А где? А вот. Так. Сюда. Сюда. Ну, привет. И на этом наше видео подходит к концу. И сейчас. Мам. Типа сильный, да? Бам. Типа сильный. Томатная. Да. Готовить ручную. Бам. Да. Давай. Да. Так уж и быть, разрешаю тебе быть сильным немножко. Харис. Харис. Почувствую Харис. Эту силу. Все. Насчет томатного рагу. Да, готово. Да. Я шеф-повар на все 100. Точнее, я очень хороший шеф-повар. Вы не знали? А это так. Я очень хороший шеф-повар, на самом деле. Изи просто, босс. На самом, кстати, я выполнял это босс. А, 6-4. И мы получаем просто дофига. Здесь недолго стоять. Ну, всего-то 10 часов. Подождите, я роскошный сундук забрать надо. Всего-то каких-то 10 часов. Да, это и роскошный сундук. Просто 6 вечера, ровно. Так, немножко потерялись и... Чуть меньше 10, 9 часов где-то. Все. Идеально. Отличненько. Так. С Харрисом. Убираем. Еще там еще врагу. Я же пока горячий. Харрис. Спасибо. Здравствуйте. Плюс вот. 40 прибахимов и 3 достижения у нас в кармане. Или сколько? 2? Так сделал. Это... Раз. Научить это этого. А если сделал? Победитель. А если уже убил? Все. Итак, крутим еще раз. Давайте. Да. Может выбьем. Все. Давайте. Ну, если не болеет. Все. А. Понятно. Все отлично. Ну, не повезло. Готовить. Но он столько открутил. Он нам уже дал рецепт. Сколько он открутил? Томатное рагу. Ну это не считаем, а это где потом. Где томатная рыба? Надеюсь, мам, знаете, покупайте ингредиентов. Где ставим? А вот, где она? Итак, последний, да нет, стоит. Осталось найти. Где? 14. Да. Итак, значит, 13... Кто-то видит его? 13 круток. 13, точнее, 13 по 5. Напишите. Это где-то у нас помидор. Серьезно? Да? Так, в Люэ вроде продается. А нет, в Инадзуме. Я не знаю, просто первое, что что вспомнил, где продается точно. Итак, так, на этом, наверное, наше заключение. А, стоп, награда репутации. И все. И на этом видео наше закончится. К сожалению. Давайте заберем ему награды. Давайте. И на этом наше видео закончится. Я хочу сделать покупку. Потому что у меня она долгая. Помидоры. Максимум 100 штук. Все. У него пожизненный запас помидоров. По заданию Макшата. Пусть он объест этим же мясом и в жизни. Конечно, что по наградам. А где? А вот. Ниченко. Так. Сюда. Это сюда. Компас. Вот компас хороший. Анимак компас сокровищ. И на этом я знаю, что наше что-то видео там в фонтейне. Мы сейчас. Бам. Готовить. Томатное. Сюда. Ладно, видно, он в фонтейне не сильно. Бам. Следует его. Да. Что-то вообще не следовало. Да. А, давайте я же ему открою. Харрис. 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 Все-таки всё. Нужно открыть его. Насчет там одного рагу. Да. Но она была хорошая. Я шеф-повар на все 100. Да. На все 100. Точнее, я очень хороший шеф-повар. Вы не знали? А это так. Я очень хороший шеф-повар на самом деле. Открывайся. Открывайся, загружайся. И все. 10 недолго придется ждать. Ну, все это 10 часов. Ну, потому что я же пообещал, что все это каких-то 10 часов. Я открою. Просто 6 вечера, огромное.
Да, типа. Итак, чуть а меньше 10. 9 часов где-то. Ставить, куда мне? Ой, как же это стыдненько. Так, говорим с Харрисом. Куда нам тут надо? Что-то мы в рыбу. Мы тут. Надеюсь, я ж пока горячая. Спасибо. Плюс 40 прямогимов и 3 достижения у нас в кармане. Или сколько? 2? Да, 2. Куда? Раз. Вот туда. Вот туда. Вот туда. Победитель. Убийца. Все, да. Нашел. Все, спасибо. Все. Нет. Итак, крутим еще раз. Давай. Так. Можем. Не, не надо. Давайте, пожалуйста. Все. Все. Давай. Понятно, да. Ну, энергия. Мне повезло, но сколько открутил? Мы будем забирать. Сколько он открутил? Все уже. У нас времечко поджимает. Мы это мечтаем, он да? Откроет потом немного. Бам. Давайте. Бам, бам. Листаем. Нам нужно куда-то туда залезть. Ну нет, ну вот. На этом все. Итак, последний. Понятно. Давайте. Там у вас господин... 14. Да. Итак, значит, 13... 13 круток, 13 по 5, это где-то у нас 65 и 67. Давайте сюда теперь давай. Да? Масло? Тише, думаю. А нет, давай. Карабкаемся. Это не так важно. Что с тобой не так? Что ты, почему ты не хочешь карабкаться? На этом, наверное, наша... На, я рада репутации может стать. Давайте. Стоп, а там что-то есть. Берем ему награды. Нет. На этом наша как вообще сюда залезть? Кончится. Она долго. Вот уже что у нас тут. Вот у нас ничего. Как сюда залезть вообще? Тоже. Поэтому. Вот тут вход. Вот задание Монштата. Давайте так, свежее мясо. Давайте обратно. Что по наградам? Мы не ту сторону ничего. Просто, понимаете, выбрали. Так компас. Вот. Компас хорош. Анима компас сокровищ. Я нашла что-то там. Давайте. В фонтане. Ползу медленно, не спеша. Все, добраться просто вверх и все, мы сделаем. Так, можно немножко. А чё, у него так мало энергии? О, видно, он в фонтане не сильно. Следует его. Что, он что-то вообще не следует. Хотя мы... А, давайте я ему открою вот тут. Стоять! Все-таки нужно открыть им карту. Но она была хорошая. В смысле, да. Нет. Да ну... Господи, я устала от этого. Давайте. Может, давайте мы не будем. Вон там. Открывайся. Господи, я ненавижу эти стены, которые по 20 километров. Загружайся. Протяжность. И все. Итак. Ну, иди, потому что я же пообещал, что там. Открою. Я обойти, что ли? Я... Тут обойти негде. Итак, нам нужно туда. Можно как-то, чтобы тут эти штучки были? Вперх не подтянулся. Шах! Так, надеюсь, она там выходит. Куда нам тут надо? Если нет, то мне будет значит тут, значит туда. Пожалуйста, чтоб ты была там. Что делать вообще? Ты считаешь, что это поражение? Вон туда. Вон. Все, нашел. Пожалуйста. Сейчас, да. Нет, нет. Так. Нет. Да, ну, не надо. Да, ну почему? Ненавижу. Дай. Да. Да как? Не. Я вижу просто. Дендроку. Боже. Не. У нас времечко поджимает. Все, кстати, не обиделся. Да? Все, я расстроен. Эй, а нах, я тут залез. Не понял, точнее. Ну нет, ну на этом все. Давайте, давайте. Да ну господин, как для меня это все захлебало. Вы себе не представляете. Да боже. Давайте сюда теперь давай. Ура. Масло. Ура. Все, давайте. Ура. Карабкаемся. Что с тобой нет? Мы это сделали, ребята. Наконец-то. На, я вздыхаю. На энергии ему не хватает вообще, то есть. Стоп, а там может что-то есть. Нет. Как вообще сюда забраться? Да, господи, опять подниматься. Ну, ёпс, не хай. Сколько этих подъемов у нас стоит? Ну, это просто капец. Как сюда залезть вообще? Давай. Боже. Слава богу, у него есть тень. Вот тут просто, ну, это... Давайте сюда пойдем.
один из самых лучших персонажей, которых у меня есть. Мы не ту сторону просто, понимаете, вы? Вот, так, почему? Слушайте. У меня сейчас много вопросов. Какого фига он не залез туда, не начал залезать? Должен медленно, не спеша. Стоять. Все, давай я стою стоять. Это значит, то, что ты будешь стоять. Так, можно. А чё, да. У него так мало энергии? Все, наконец-то. Капец. У него уже третья линия пошла. Хотя мы, у нас одинаковая рада. Победа! Стоять! Бояться. А. Не разрешалось. Да ну блин. Еще два придется открывать. Это дилер. Да ну. Господи, я устала. Так, смотрим. Давайте мы не будем. Вон там что-то есть. Господи, ненавижу эти стены. Если я сейчас посмотрю, из этих телепортов было ближе. Протяжности. Я больше не буду играть. Ну иди, Харат, либо сюда, либо как-то обойти, что ли. Очень. Тут обойти негде. Господи. Можно сказать, тут эти штучки были? Верхним подтянулся и все. Шахта! Надеюсь, она там выходит. Понятно. Если нет, это моя девушка, познакомьтесь. Пожалуйста, чтоб ты была там. Это моя девушка Анастасия. Ладно, шучу, это не моя девушка. Я считаю, что это поражение. Вы просто понимаете, это... Пожалуйста, персонаж. Да. Я не хочу его даже пол называть. Нет. Потому что это засекречено. Да ну почему? Ну ладно, это не это не Анастасия, на самом деле его имя. Да как? Ненавижу просто. Ладно, боже, не. Вообще этот персонаж мужского. Все, останься, от меня обиделся. Другого человека. Я не говорю, что это обманывает. Все, я расстроен. Это просто. Эй, нах, я тут залез. Я не хочу говорить. Это не мама, это, ну короче, не сестра. Итак, ура, наконец-то. Ура. Залезли. Мы это сделали. И реально от них было ближе. Ну, да боже. Я ненавижу, но все, но... Я не играю, я. Почему? Ура. Почему ура. Я могу... Ура. Давайте, я могу поклоняться как-то? Мы нет, это нет. Сделали, ребята. Наконец-то. Это достижение получило, го. Но энергии ему не хватает. Итак. Вообще, то есть... Значит, сейчас мы так. Ого, видео длится. Ладно, господи, давайте пока. Ну ёпс, не хай. Сколько этих это подъемов у нас долго будет длиться? Ну это а просто я не хочу. Капец. Давайте. Слава богу, у него есть синьон. Я просто ну это побыстро. Один из самых лучших персонажей, которых у меня есть. Так, почему у меня? У меня сейчас много вопросов. Какого фига он не залез спать, потому что вам прилетать еще июнь в форме стоять. Лебедя. И все. И вас сожрёт. Я тебе снова всем стоять. Полез. Давайте. Это значит, то, что ты будешь стоять. Да? Давай. Все. Наконец-то. Ура! Победа! А. Да ну блин. Еще два придется открывать. Эти легкие, в принципе. Так, смотрим. Где у нас? Отслеживать. Если я сейчас посмотрю, из этих телепортов было ближе, я больше не буду играть в Геншин. Потому что обидно. Очень. Господи. Понятно. Это моя девушка, познакомьтесь. Это моя девушка Анастасия. Ладно, шучу, это не моя девушка. Вы просто понимаете, это такой персонаж. Я не хочу его даже пол называть. Потому что это засекречено. Ну ладно, это не Анастасия. На самом деле его имя настоящее Игорь. Вам шучу, не Игорь. Вообще, этот персонаж мужского пола. Просто под аккаунтом другого человека. Я не говорю, что он там обманывает людей, нет. Это просто
Я даже не хочу говорить. Это не мама, это, ну, короче, это не сестра. Итак, ура, наконец-то. Ура! Мы это сделали. И реально от них было ближе. Ну, я ненавижу, но все, но... Я не играю в Genshin. Почему? Почему недоступно? Давайте, что, я могу поклоняемся статуе? Нету дендроков, понятно. Я даже достижение получил, ого. Итак. Значит. Сейчас мы... Ого, видео длится. Ладно, давайте, пока. Всем спасибо за просмотр, потому что видео долго длится. А я не хочу это. Чтобы оно долго длилось, поэтому я вам сейчас открою по-быстрому. А всем пока что спасибо за просмотр. Пока мы летим на Сянь. Всем пока. Потому что Сянь вам желает не спать, потому что к вам прилетит Сянь в форме лебедя. И все. И вас сожрет. Всем понятно. Давайте. Пока.